недалеко. Главного От рейса. Это города что, в пойму пустынь какая-то? приехали. Ну, смотри, нормально. Ну, пачкайтесь, пачкайтесь. Здесь Домой собирали вернемся. Олег с Дашей грибочки. Туда... О! Первый груздик нашли. Даша нашла. Говорят, надо выкручивать их. Слушай, так нужно здесь рядышком поискать. Ага. Ой, какая красотища. Тоже? Ну, сейчас будем тут копаться рядышком. Ага, переспевшие уже. Тоже грузди. Вон они. Вон они какие. Вот он. Рядышком. И тут же рядышком еще. Вот он, груздик. Какая трава высоченная. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Трава выше пояса. Вот такие у нас места. В общем, приехали тут такие дебри. Давай. Это вот я насобирала. Но дебри непролазные. Двадцать 2 сентября, говорят, грибы пошли, выехали за грибами. Но пока мало набрали. Кричи, кричи громче. Ну вот, 22 сентября, наша первая вылазка за грибочками. Ну это вот первое, что нашли мы. Минут за 15 как приехали, но больше пока нет. Олег пошел еще собирать. Ты грибов набрал? Ха. Показывай. Ого! А это что такое красное? А я хрен узнать. Нифига себе. Давай, нифига себе. Я такие грибы целая не знаю. Грусть. Ага. Подожди. Покажи, что? Покажи, 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 ну, покажи, груздик. Покажи. Какой огромный. Ну, груздями будешь ты заниматься точно. Не, вот эти я красные точно вот не это я знаю. Не знаю, что. На дуб под дубом были. Да? Под дубом. То ли это пеньковый? Ну, среда... ну, видишь, какой срез странный. Ну, вот надо у кого-нибудь спросить или интернет. И вроде лес большой, хороший такой. А ничего. Грибочки, грибочки. Ну, красные вообще непонятно, что за грибы. Странные очень. Вот нахожусь в лесу. Вот в таком. Но только вот такой красный гриб Олег нашел еще. Больше ничего нет. То ли мы такие грибники, то ли край у нас не грибной. Ну вообще люди собирают же. А мы вот так. И ничего. Поваленные деревья, мхом. Поросшие есть. Но, увы и ах. А денечек чудесный. Я вот была в свитере шерстяном. Сняла, разделась. Жарко. Наверное, около 20 градусов сейчас.
Давай, выходи. Где ты есть? Ничего, да? Ну, один это тут. Ты срезал его? Опушки. Ну, да. Интересно. А здесь как губка, да, все? Ну, да. Да я вот то и больше... То ли маховик. Так... Это рычали не на меня, это на гриб. Вот такие дебри. Где-то тут грибы. Грибочки? Конечно, в такой траве их не будет. Ой. Мы прогулялись. Ой! Подышали свежим воздухом. Ау! Вот, хорошо, что ты кричал. Вот это я стою, выше меня трава. Ой. Это наша Волга, Ахтубинская пойма. Правильно я говорю? Да? Или это уже не Ахтубинская? Ахтубинская. Это все она. Успело небо. Ой. Небо потемнело, да? Нет, там было как красиво. Ну, мы же сейчас проедем. Какую тему? Пожалуйста. Гляньте, какие грузди огромные, вот. А там вон какой огромный. Ой, какой огромный. Вот это да. Вот это да. Сейчас буду резать. Глянь, глянь какой. Ого. А это ради груз? Ой. Это дубовик. О. Вот это ты нашла. А вон еще, вон режь. Вон режь, вон. Ну да, эти грибы. Это синеющая ножка? Это хорошие грибы, да, синюшки. Синюшки. Но этот вот этот старый вот уже. Срезанный. Этот старый уже. Гляньте, какая махина. Вот это грибочки. Это вырос. Огромный. Вот это гриб. Офигеть. Вот это гриб. Переросший. Да. Смотри, а мякоть тут можно выбрать. Нет, там раз червивый, значит, ну, она да. Вся червь будет. Еще нашла вот. О! Срезали. Уже видно. Вот что это за грибы? А пахнут как? Понюхай. Грибами нормально пахнут? Да вообще ничем не пахнут. Похоже, как на древесный гриб. Какой-то непонятный гриб. Странный. Вот под дубом. Прям под дубом? Прямо у самого ствола. Наверное, срезал. Я думаю, это какой-то переспевший. Не похоже. Сочный, чистый. Вот две полянки нашел. Одну груздей. И вот под дубом вот эти вот три штучки. Да ты чё? Да, этим и обошелся. Осталось только сейчас...
мы нашли такой интересный. О, Олег синюшки нашел. Красавчики. Дубовик. Под дубовики. Вот. Еще один. Ой. А, червивый. Червивый. Ну, такой крепенький, хорошенький. Тут же рядышком еще один. Ой. Вот он. О, переспевший. Жалко. А, такой старый уже гриб. Вон их тут. Сколько старых. И вон. Жалко. Их тут сколько, семья целая, обалдеть. Вот они, наши синюхи. О, старый, престарый, но красавец. Шикарный. Гляньте, какая красотища. Вот тут семейка будет. Ой, 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 какая семейка. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Обалдеть. Ой, ой, это что-то. Это что-то. Гляньте, все целенькие, хорошенькие. Вот это находочка. Вот это находочка. А тут вон еще меня красавчики ждут. Красавчики. Вот разгребла. А тут семечка. Вот они. Оба грибочки. Рядом вот эта коряжечка лежала. И вот они, грибочки тут, видите? Вот они. Ой, о, какие красавчики. Ой, какие красавчики, да, Саш? Все. Ой, вот такие грибы. Ну, он какой-то прям весь сопливый-присопливый. Ну, это старый уже. Вот, прям на пне вот здесь. Прям на пеньке. Вот так. Вот он оттуда вырастает. Ой, ребята, какой азарт вообще, когда их режешь в таком количестве. Обалдеть. Вот это я понимаю. Грибная пора. Супер. Нашли место с белыми грибами. Ура! Он прямо из дерева растет, из самого. Я думаю, что это гриб-паразит какой-то. Ну, мне кажется, что-то нехорошее. Он, конечно, большой. Вон, видишь, он прям там. Из самого дерева. Ага. И вот он такой склизкий. Ага. Пошел! Сашки, куда пошел? Стой! Красавчики какие. Красавчики. Так, ну что, посидели? А это вот синюха. Не ходи туда, за что же это сухое? Белый грибочек.
Смотри, меня сейчас дам по жопе. Не видно тут. Посади меня красиво. Ты все снимаешь, да? Кляч такая, да? Всем пока! Счастья, здоровья, любви, мирного неба, теплого хлеба, хороших грибов, хороших урожаев. Пока. Пожалуйста, через 200 метров поверните налево. Теперь поверните налево. Пожалуйста, следуйте по дороге 900 метров. Теперь поверните налево.